А почему? И я вам отвечу. А потому что вот эти вот заположники, которые финансисты пропихивают, они уже другими методами не пропихиваются. Уже не получится. Уже, чтобы их пропихнуть, надо реально тебя смертью запугивать. Другие пугалки уже не страшные. Все, что они предлагают, эти финансисты, нам, оно настолько страшно и тухло, что тут реально только вот угрозой физического уничтожения можно добиться, чтобы люди массово подчинялись. Некоторые, конечно, подчинятся по робости, их и не надо пугать будет. Некоторые из конформизма, а некоторые выгоду свою еще увидят, скажут: «О, я буду громче всех кричать, что давай режь уши, глядишь, мне что-нибудь капнет там на счете». Да. Но массы можно только запугать смертью. Ну, опять же, насколько это выгодная стратегия в долгосрочной перспективе для правящего именно класса, ну, эта история в очередной раз покажет, я думаю. Господа начальнички, если вы считаете, что вы вот это вот прививая, вот это презрение, блин, к человеческой жизни, вы себе хорошую услугу оказываете, ну, посмотрим, как это обернется для вас. Смотри, Дугин прям расцвел такой веселый.